Добыча голубого топлива – процесс круглосуточный и непрерывный. За сложной технологией на промысле следят десятки людей. Безаварийная работа – это заслуга квалифицированного и опытного персонала, говорит начальник губкинского газового промысла Сергей Шашмурин. А безаварийное производство в зимний период – это еще и результат проделанной работы по подготовке промысла к зиме. Замена сменных проточных частей на трех газоперекачивающих агрегатах. Мы заменили арматурные блоки в цехе сепарации газа. Пневматические испытания наружной газовой обвязки на дожимной компрессорной станции. Провели антипомпажные тесты газоперекачивающих агрегатов и выполнили проверки всех автоматических защит газового промысла. Сердце любого промысла – главный щит управления. Здесь операторы следят за работой агрегатов, сверяют параметры. С помощью автоматизированной системы управления подают топливо в магистральный газопровод. Мои обязанности – цифры, сколько газа добыли и сколько чистый газ пошел непосредственно в трубопровод. То есть с этими обязанностями может справиться и женщина. Сменный инженер газокомпрессорной службы Сергей Грек уверен, что даже полностью автоматизированное производство не может обойтись без компетентных специалистов. Все идет к тому, что безлюдное производство, ну, не знаю, как... Это что? Ну, это рабочий параметр сработал. Как бы на улице теплее, температура высокая, газа. Компьютер, каким бы он умным ни был, принимает решение человека. Потому что компьютер не все может сделать. В производственном процессе иногда возникают ситуации, решения по которым необходимо принимать за секунды, рассказывает инженер. Коллектив всегда наготове, каждый сотрудник четко знает свои обязанности. В прошлом году с губкинского промысла в магистральный трубопровод поступило более 12 миллиардов кубометров газа. Это чуть меньше, чем в предыдущие периоды. Российская и мировая экономика в 2014-м заставила промышленников пересмотреть свои производственные планы. Если говорить об экономической ситуации, то на производство, на надежность, на бесперебойность поставки это, конечно же, не влияет. И мы делаем все необходимое для выполнения поставленных перед нами задач. Эксперты говорят, что ситуация с поставками газа на мировом рынке рано или поздно стабилизируется. Поэтому производственники уже сейчас планируют работу по наращиванию производственных мощностей. Больший объем газа губкинскому промыслу обеспечат дополнительные кусты газовых скважин. Уже запланировано их бурение. Газодобывающие компании не только продолжают добывать топливо на уже изведанных площадках, но и продолжают исследовать новые. Так, газовики Ноябрьска приступили к освоению разработки Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Для успешной работы на востоке страны у компании «Газпром Добыча Ноябрьск» есть все необходимое. Многолетний производственный опыт, квалифицированные специалисты. Как, например, на губкинском газовом промысле. Благодаря профессионализму сотрудников с промысла уже 16 лет осуществляется бесперебойная поставка топлива в магистральный трубопровод. Юлия Головина, Сергей Макрычан, новости Губкинского.